Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромзи, добро пожаловать в Brawl Stars, и сегодня у меня сразу три хорошие новости. Во-первых, в игре появился новенький гаджет на Тару, потусторонняя поддержка. Во-вторых, появился новый гаджет на Тика, последнее ура. И в-третьих, в магазине появился новенький скин Навигатор колец за 79 гемов. Но здесь возникает вопрос, хотите ли вы, чтобы я в этом видосике сделал конкурс на 10 таких бесплатных скинов, а точнее на 449 рублей на ваш кошелек. Если вы хотите, то на этом видосике нужно, ребят, внимание, собрать 50 тысяч лайков, и тогда я автоматически запускаю конкурс. А также быть подписанным на канал, нажать на колокольчик, оставить свой комментарий и, самое важное, зайти в магазин и проверить, введен ли у вас код автора Робзи. Проверили? А теперь погнали. Сегодня мы, конечно же, протестим этот скинчик, мы его купим, а также я буду выбивать оба гаджета, два новеньких гаджета. Итак, скинчик полетел, 70 гемов, 79 гемасиков забираю. И вот она, навигатор колет. Конечно же, нужно выбрать. Конечно же, нужно сразу ее выбирать. И да, если вы спрашиваете, когда же будет розыгрыш Бравл Пассов, да, друзья, буквально через несколько дней я буду разыгрывать больше 10 Бравл Пассов. Поэтому не забывайте участвовать, ставить лайки, подписываться и вводить код автора Робзи. Уже все будет очень скоро. Ну а сейчас, ребят, наша задача — получить два новых гаджета. И один из них я, конечно же, буду покупать. Смысл мне сейчас выбивать, если можно купить себе гаджет на Тика совершенно, ну, практически бесплатно. Всего лишь 1000 золота. Какие-то там копеечки, ребят. Все равно золото дофигища. Мне его тратить некуда. Я еще заберу себе удвоитель жетонов. Не знаю зачем, но я его себе заберу. Итак, моя задача сейчас — выбить себе второй гаджет. У меня есть большие ящики, у меня есть много всего, но пока их открывать не буду с прошлого сезона, я пооткрываю именно вот эти ящики. Надеюсь, гаджет не выпадет как можно скорее, потому что я мог бы, в принципе, подождать, пока он появится в магазине, купить его просто за 1000 золотом, но я же понимаю, что это неинтересно. Его нужно выбить именно с ящика, ребят, его самый смак, как говорится, выбить его, взбрать и с ящичка получить. Вот, я же говорю, буквально потратил там, ну, штук 5 ящиков, и гаджет получен, ребят, все. То у меня снова полностью фуловый аккаунт. Вот этот гаджет, нужно будет его сегодня протестить обязательно. Ну и, конечно, гаджет на Тика, ребята. Гаджет на Тика, вот он, выбираем его, оставляем. Я его тоже буду тестить, на каком скине, не знаю, пускай будет снеговик. У нас еще зима, поэтому оставляем его. Вот он, гаджет, потусторонняя поддержка. Возле Тары появляются три слабых призрака, которые атакуют ее врагов и исчезают через 6 секунд. Посмотрим, насколько хорошо оно зайдет. Ну, смотрите, горячая зона, в принципе, можно было здесь затестить. Не знаю, смогу ли я победить, не смогу, но попробую. Максимально буду пробовать затащить. Кстати, у нас обновились карты, и нужно посмотреть, что же там за новенькая карта. Итак, погнали. У нас Мортис в команде, у нас есть Пэмка в команде. Ну, скажем так, не лучший набор. Так, активируем гаджет, занимаем территорию, помогаем Мортису, и все. Так, смотри, еще одна жива Мэйтин. Тихо. Бросает. Ставим три тени. Так, тихо. Блин, я наступил на ульту Спайка, ну блин, это было так глупо, серьезно. Хотя здесь, именно на этой карте, мне кажется, лучше бы зашел гаджет на просветку, чтобы видеть, где, кто и когда бегает. Смотри, что мы делаем. Мы сейчас вызываем наших теней. А, это были последние тени. И тени чисто пошли. Так, мы идем просто в спину, вот так вот. Во, там Мортис просто разваливает кабин, вы посмотри. Это легчайшее, я немножко помогаю. Там Мортис у нас, короче, все сделал, что нужно было. Убил одного, второго, третьего, бегает. Его там подхиливает немножко Пэмка. Так, ну, помогу, ладно. Все? Так быстро? Я что-то даже не понял, как мы победили. Но мы победили, ребят, в любом случае. Так, мы гаджет на Таро проверили. Неплохо, но нужно, мне кажется, немножко в других картах. Теперь мне интересует гаджет на Тика. Тик становится неуязвимым на 1 секунду, а затем взрывается, нанеся 1000 единиц урона. Естественно, будем брать карту, где можно... О, ребят, нифига себе! Нифига себе, такого еще не было. Погнали, сыграю как раз таки здесь за Тика, зато и кубасики не солью, и протестирую гаджет. Главное, чтобы возле меня не появился кто? Правильно, Динамайк. Так, смотрите, что мы делаем. Мы сразу бросаем, мне снесли сразу, короче, ворота.
Мне снесли сразу ворота, пацаны. А можно, можно как-то вас вот, вот так вот попросить, не мешаться? А, они тимятся? Они тимятся? Так, погоди, погоди. Ха-ха, смотри! Моя голова туда телепортнулась. Так, так. Включаем, гаджет. Ай, блин! Так было прикольно. А, я рыснулся? А, здесь 3 на 3. А чё я страдаю? Здесь же 3 на 3, ребят. А я что тут? А я что-то думал, что здесь у нас 1 на 1. Камон, карта похожа просто на соло. И я забыл об этом. Камон, это просто жесть. Так, смотри, у нас Динамай в команде. Пацанчики. Сразу забрасываем туда. Так, так. Ну, мы как бы тут победили, походу. Нет, 11 на 14. А где остальные, ребят? А, вот они, Давай, давай. Бум, просто жесть. Ну, это полный разнос, да. Пацаны, не знаю, что делать. Роза там что-то пытается пыжиться, кыжиться, Ой-ой-ой. А кто-то нам снял. Так, смотри, я включаю. Бум! Я с гаджета убил. Ребята, я только что убил кого-то с гаджета. Я убил Розу с гаджета. Так, побежала моя головешка, забрасываем. 27 на 19. Но это полный, это полнейший разнос. У меня еще есть один гаджет. Бросай. Меня убили. Смотри, там у нас 8 бит пытается прилететь. Мы сейчас его встречаем здесь подарочком. Там у нас Роза. Мимоза. Розу убиваем. Капец, мы с Динамайком тут просто все забросали. Просто все зашвыряли. Бросаем вот сюда ульту. Так, побежал, Там у нас кто? Роза уже не сражается. Хотя бы, хотя стоило, в принципе, они-то недалеко от нас оторвались, они тоже нас убивают, но мне кажется, мы должны выиграть. Не-не-не-не, 41 на 36, ой, меня убили, я не видел, что 8 бит рискнулся рядом со мной, я просто не обратил внимания. Так, так, убиваем, пацанов, так, мне нужна ульта, ой, куда я прилетел, ой, бросаем ульту, да, я лечу вместе с головой. 51 на 48, мы все-таки вытащили. Вытащили каточку. Ну, ульта странно. Я не знаю, как ее здесь лучше было использовать. Может быть, другой немножко каточки. А если в осаде? А если попытаться в осаде? То есть ко мне кто-то попытается ближник подойти в упор. Я такой, опачки! 1000 урона нанес, его откинул, он получил урон, и все. Только он против нас ближников нет. Ну ладно, против нас просто-напросто ближников нет, ну и хорошо. Хотя нет, это не хорошо. У них намного лучше получается сборочка. Так, мы туда накидываем сразу им. Сразу пацанчикам туда сюрпризики. Так, тихо. Побежала головешка. Головешку мы расстреляли. Кому помочь? Я так понимаю, нужно на тот фланг помогать. Забрасываю пацанов. Так, у нас пока счет плюс-минус равный. Так, наши его убили. Так, Шелли забирает еще. А, у них босс пошел. Ребят, ну это нехорошо. Так, нужно с боссом разобраться. А, у меня 32 хпшечки. Так, я бросаю головешку. Головешка помогает нам. Нужно вот это, вот этого друга лечь. Меня убили. Пипец. Нет, пацаны, рисаемся. Здесь капец, у них сколько всего. Понаставляли на базе своих всяких пингвинчиков, этих всяких фиговин. Да блин, мне бы дойти вот сюда, ребят. Так. Снесли. Ставим головешку. Головешку не заметили. Головешка бежала. Убила. Кого убили? Всех убили. Все, мы всех убили. Хватай 8 бит и уходи. Так, давай. Хорошо. Я не могу туда подойти. Так, давай. Подбили пацана. Шелли там подбивает. Нужно пэмку ловим. Так, пэмку убиваем. Забираем еще один болтик. Я забыл про гаджет. Свой. Так. Бросаем голову. Голова полетела. Во, ребят. Хорошо, идем. Так, давай. А теперь набрасываем. Просто забрасываем все это дело туда. Огромное количество бомб. Бросаем голову. Давай. Еще парочку. Ну, ребят, как говорится, изи каточка. Скорее всего, я, естественно, я буду звездным игроком. Видали, сколько я это все нанес? Правда, я ни разу за игру не использовал гаджет. Но, наверное, так оно и лучше. Так, проход. Здесь гаджет тоже будет не очень хороший. Все-таки, наверное, в горячей зоне было бы лучше всего. Потому что там они попытаются подойти ко мне в упор. Да, смотри, там 3 ближника. Я смогу, в принципе, их раскидывать. Я смогу от них уходить. Когда, допустим, совсем все плохо, я такой хоп. Хоп. И все, смотри, что делают. Пацаны прилетели. Пацаны получают урончик. Хорошо. Прокидочки пошли. Убиваем одного. Помогаю нашей Шелли. Так, давай. Минус. Мы здесь стали. А, подожди, у нас там на базе все плохо? А почему нас... можно сказать, почему нас разносят? Я понимаю все хорошо. А где наш третий игрок? Алло, где наш Пока? Смотри, включаю гаджет. Нац! Ха-ха-ха!
Правда, от Джеки это не спасает, но да ладно. От Джеки это вообще не спасает. Ладно, пускаем ульту. 58 на 34. У нас, короче, проблемы, Хьюстон. У нас очень сильные проблемы. У нас нас просто зажимают везде, где только можно. Так, я пробрасываю туда, пытаюсь помочь. Бросаю ульту. Так, побежала головешка. Головешка убила, минус один. Так, там Шелли пошла. Мы отбрасываемся, отбрасываемся. Хорошо, хорошо. Гаджет пробили. Бросаем еще раз головешку сейчас. А где наша головешка? А они тоже захватили? Не-не-не-не-не. Ну, видите, у них все-таки три ближника. Нам здесь никак не про... Нам здесь никак не выиграть. Я ничего не делаю, Джеки. Я слишком долго их пробиваю, а у меня в команде нубаси. Кто? Ки, правильно, все. Они нубасы, они проиграли катку. Я старался, они не старались. Проблема была не в меня, проблема была в них. Я не проверил новый скин навигатор Калет. Я забыл про него, ребята. Каюсь, извиняюсь, сейчас исправлюсь. Так, ребят, там очень жесткая тема, походу. У них есть Амбер, у них есть Амбер, у них есть Бе, у них есть Джесси. Меня уже просто снесли. Джесси просто скинула две пульки, меня вынесли. Так, Амбер сожгла нашего Пока. Это, кстати, не есть хорошо. Я пытаюсь ее забрасывать, но мне пока это не сильно помогает. Так, там у них Бе пошла. Капец, вы видали, что делает Биа? Биа с гаджетом не снесла практически все хпшки. Так, а где наш Мортис, можно спросить? Так, 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 так. Так, включаю гаджет, привет. Привет, включил гаджет, сказал приветосики, приветосики. Так, мы выносим Биа. Бросаем маленький сюрприз вот сюда. Так, мы держим эту территорию. Здесь у нас Амбер. Амбер не пускаем, Амбер не пускаем, включаем гаджет. Отбрасываем, отбрасываем, отбрасываем. Уходим, 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 уходим. Я немного отвел Амбер. Моя задача была отвести Амбер. Здесь у них, смотрите, вышка стоит. Нужно помочь, нужно помочь. Бедный Пока не может протулиться из-за этой вышки. Так, пацанам нужно помочь. Вынести нужно Бия. Мы выносим Бия, нет, не выносим. Где Бия? Где Бия? А вот она полетела. Блин, у нас проблемы, у нас проблемы. Пацаны, у нас небольшие траблики. У нас большие траблики, баблики. Уходим. Уходим, уходим, блин. Надо было ближе подойти. У нас что-то, у нас, короче, Пока вообще, вообще просто нубасик. Вы понимаете? Пока, кажется, когда Пока нубасик, тут ничего не поделаешь. Вся проблема, короче, в Пока, понимаете? Да, смотрите, и Джесси сейчас заберет катку. Ой, у нас Пока просто ничего не делал. Мортис там бегал, пытался, но Пока это просто отдельная история. Итак, ребята, навигатор Калет. Вот она моя Калетушка, как же я давно за нее не играл. Щит взяли, гаджет взяли, погнали в горячую зону. Хотя, стоп, надо было в ШДшку. Блин, горячая зона для нее не подходит, она слишком... Хотя против Фрэнка будет неплохо, но у нас всего лишь Тик. У нас есть Тик и у нас есть Биби. Биби не очень в этой ситуации, мне кажется, справится. Так, 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 хорошо, 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 так, 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 Биби, хоп, хоп, привет, пацаны. Просто разнесли, заняли территорию. А у нас там проблемы? У нас там проблемы или как? Или у нас Фрэнк? О, это чувак меня узнал, привет, дружище. Спасибо за набитую ульт. Спасибо за набитую ульт. Так, так, там снесли пацанов, снесли пацанов. Прожимаем, прожимаем гаджет, прожимаем гаджет. Фрэнка на 3600 просто пробиваем. Так, хорош. О, спасибо, Спраут. Спасибо, Спраут. Спраут у нас поддается, скорее всего, это мой подписчик. Дружище, смотришь мой видосик, оставишь комментарий. Серьезно, так. Хоп, побежал и вернулся. Здравствуйте, как говорится. Ой-ой-ой, Фред. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 99%. Наступите просто на кружочек. Просто наступите на кружочек, и это будет легчайшая победа. Да, потому что мы играли мы играли четвером против двоих. На самом деле было нечестно. Ребят, из той команды, которая проиграла, ну, сорян, ребят. Я не виноват. Это мои подписчики, они меня узнали, скорее всего, просто покрутились. Говорит, Рабзяныч, Апа и Кубасики. Ладно, друзья, на этом заканчиваю видосик. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе, вводите код автора Робзи. Ребят, не забывайте, код автора Робзи — это лучшая поддержка для меня и для моего канала. Ребят, на этом все, всем удачи, покедова!